Ребят, игра записалась почему-то без звука, поэтому сильно не гундеть, пожалуйста, окей, ладно. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что там такое? Радиэйшн. Внимание, радиэйшн. Бляха. Тикай. Глушаком. Ну я тоже с глушаком, но у меня покруче, чем у тебя. Ха-ха-ха. Все, хорош. Так, вот мой... Что это? Вы что творите, дебилы? Да слышь, я... Мне теперь страшно ствол убирать, Вы смотрите, что вы тут творите? Такое, вот такое мне никак. Такое вам как, главное? И чувак такой, даже горит. А этому почти похер. Он сел, короче, и на гитаре давай играть. Просто. Что, блядь? А собака размножилась, ты видел, да? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер. Сталкерюшку. Вот, итак, значит так. Я за кадром выложил в тайник то, что не нужно. Вот, получается, я оставил там аптечки, короче, водяру, патроны... От пистолета. Вот я оставил патроны от пистолета. Чуть-чуть, да? Для гадюки я оставил патроны. Так, вы в комментах написали, что я слишком много таскаю патронов для пистолета. Вот. Так что давайте, да, половинку, наверное, уберем. Оставим где-нибудь патронов. Наверное, 300. В принципе, так. Или, нет, давайте 200. 200 оставим. 250. Вот так. 250 оставим, короче, и... Будем знать, что здесь у нас патроны есть, потом заберем. Вот. Ну, если закончится. Так, что еще? По грузоподъемности. Вы сказали, что грузоподъемность можно увеличить, если ты найдешь экзокостюм. Экзокостюм. Но он, скорее всего, будет найден ближе к концу игры. Вот. Ну, возможно, вдруг нам повезет, и мы найдем его раньше. Это будет хорошо. Это будет очень хорошо. Так, и сказали вернуться сюда. Трупом. Возможно, у них здесь оружие новое. Возможно. Так, погоди-ка. Абакан. Да, именно оно и есть. Оружейный элитных войск советской армии. Был разработан в качестве замены устаревшего АКМ-74-2. В Абакане подвижны не только внутренние механизмы, но и вся ствольная коробка вместе со стволом, что позволяет снизить отдачу, тем самым значительно повысить точность боя. Понятно, да? А боеприпасы те же самые, да, я так полагаю. Скорострельность. У этого скорострельность поменьше. У моего и точность, смотри, побольше. Как-то, в принципе, смотри, по параметрам. Мой, он покруче. И удобность, и скорострельность, и удобность, все это есть. Мой как-то поинтереснее. Ладно, давай сейчас его туда в тайник положим. Вот. Также в комментах вы написали, что... Что ж вы написали там в комментах-то? Что ж вы написали в комментах? Вы написали, что лут у трупов, короче, генерируется постоянно, с какой-то периодичностью, вот.
появляется снова. Смотри, какой рассвет. Смотри, какой рассвет. Или это закат? Это рассвет. Окей. Так, ну что? А, у нас еще с вами есть непрочитанные штуки всякие. Так, никто не идет. Вот. У нас был, короче, так, следственная группа, понятно. Это так, личные заметки, военные документы. Это я читал все, окей, история, что у нас, история, у нас тут всякие тайники мы нашли, что у нас, так, справка, ну вот, справки у нас тут появились, выжигатель, страшное место, тут не за здорово живешь, чего, страшное место, тут не за здорово живешь, сгинуть можно. Даже если перед этим всю жизнь везунчиком был. Любой, кто к выжигателю мозгов близко подойдет, с ума сходит. В зомби превращаются и бродят потом по зоне, неприкаянные. Одни оболочки от людей остаются, и никто оттуда с своем уме не возвращается. Что-то как-то непонятно написано. Ну, короче, я понял. Выжигатель — это такая штука, короче, к ней приближаешься и с ума сходишь. Понятно. На дикой территории раньше довольно крупный завод был, от которого теперь остались одни руины. В них нашло свой конец много сталкеров. Развелось там нечистой, нечисти всякой, словно сходится она туда со всей зоны. По слухам, правда, что-то очень важное на этом заводе есть. Так что желающих попытать счастье всегда в достатке. Дикая территория. Что-то важное на этой... Интересно, что там важное. Бар! Группировка долго расчистила на окраине дикой территории местечко себе под базу и позволяет сталкерам здесь отдохнуть. Своего рода оазис в пустыне, ни аномалий, ни мутантов. Есть подземелье, в котором разместился бар Сторинген. В нем собираются сталкеры со всей зоны, заправляют в баре местный торговец, так что здесь можно не только пообщаться, но и продать, купить почти все, что угодно. На север от бара находится военная база, на юг свалка. Окей. Так, снорк. Какой-то снорк, такого мы не видели еще. Смотри какой-то, в противогазе. Эти существа, судя по всему, некогда были людьми, хотя сложно представить, какие условия могут довести человека до подобного состояния. Снорки — это сумасшедшие, ведущие совершенно животный образ жизни создания, по сути своей слабо отличающиеся от хищников, от хищных монстров зоны. Передвигаются они на четырех конечностях, отпрыгивая над землей и постоянно нюхая ее, чтобы уловить запах жертвы. Охотятся осторожно и расчетливо, постерегая сталкеров, подобно хищным животным. Молниеносные рефлексы, гипертрофированные мышцы позволяют сноркам совершать длинные точные прыжки и за несколько секунд разрывать жертву в клочья. На некоторых особях сохранились детали армейской униформы или отдельные детали экипировки, что позволяет предположить в них пропавших без вести военных сталкеров. Интересно, кстати, мы таких еще не видели, да. О, кровосос. Кровососа мы уже видели, да, такого в туннелях, помните, да? Я в него вот этот... Щупалец, короче, оторвал. Полулегендарный монстр. Матерые сталкеры описывают его как высокого сутулого гуманоида со множеством щупалец на месте рта. По их словам, с помощью щупалец данное существо питается, впиваясь в шею живой жертвы. Оно парализует свою добычу и высасывает ее кровь. После такой процедуры от человека остается лишь высохшая, напоминающая мумию оболочка. Наиболее удивительное в кровососе его способность становиться невидимым. Судя по всему, именно эти создания ответственны за смерть большого количества сталкеров. Мало кто из очевидцев остался в живых, и судя по рассказам этих счастливчиков, для питания кровососа предпочитают сырые места, вроде болот и подземелий. Вот именно там мы и нашли. Вот. Но мы такого одолели, да, одолели. Кстати, вы там писали в комментах, что да, они, короче, такие. Ух, такие, прям такие. Золотая рыбка. О, такого артефакта еще не видели. Порождается аномалия воронка, активизируется теплом тела, решая, что хуже, радиация или ножевые родения. И выбирая из двух зол меньше, во всяком случае артефакт можно дорого продать. Окей. Так, мы прочитали все, на это у нас, в принципе, ушло где-то минут 8. И, так, мы собирались, короче, вернуться сюда, удобный ящик для небольших вещей, слесарные инструменты дома держал. Окей. И потом отправляемся с вами на свалку. Проверим вот этот тайник. Идем, короче, к Сидоровичу дальше. Вот здесь тайник. Ну, здесь тайник.
И вот здесь два тайника. Окей. Путь, в принципе, не близкий. Так, здесь темная долина. Мы там не были еще. Путь, в принципе, не близкий, поэтому... Поэтому вот так как-то. Так, это все хорошо у нас, хорошо. В какую сторону? Противоположную, вон туда. Погнали. Так, что там по патронам? Отлично. Отлично, патроны, отлично. Так, пока возьмем вот это. Твою мать. А что за радиация? А что радиация-то? А что радиация-то? Не вот так, туда. Я не туда пошел. Окей. Ну хоть побегать можно, хоть бежать сейчас можно, как бы хоть побыстрее будем сейчас передвигаться с вами. Так, ладно. На вышке никого. На вышке никого. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что там такое? Радиэйшн, радиэйшн. Радиэйшн, радиэйшн. Внимание, радиэйшн. Кто? Ага, он там, да? Окей. Здесь как-то можно было пройти. Где-то был тут этот. Где-то был тут дырка. Окей, хорошо. Труп, труп. Здесь пусто. Он там один, что ли? Блин, мне кажется, он там тут не один. Так, никого. Окей. Воу. Ты где? С какой стороны ты там бегаешь? Дед кричит. Где-то ругается, где-то матюкается. Давай-давай. Давай-давай, удачи тебе. Так, пусто. Где-то с левой стороны. Если мне не врет мой наушник. Ага. Вот в этом здании. Пусто? Да не... не уйду, не уйду, не ссы. Так, куда не пройти? Здесь? Слесарный, короче, говорит этот... Ящик. Да иди ты в жопу, ты задрал там орать. Давай сюда приди, я тебя застрелю и все, чтоб не мешал больше. Так. Пристрелю, ей-богу, вот. О! Появилось. Нифига себе. Патрон с улучшенными характеристиками для пистолета Walker. Walker. Заберу. Да заберу я. Так, глушитель. Еще один глушитель, погоди. Еще один глушитель, я могу его одеть. Ни на чего я не могу его одеть. Ладно, пускай будет. Пускай будет, продадим. Неплохо. Неплохо я сюда зашел, в принципе. Как бы немножко, но... Нормальная. Нормальная находка, в принципе. Глушитель. Так, на радаре появился. Ты где? Хорошо. Так, у меня правильно выбрано задание, правильно или нет? Выбрано задание. Выкрасть документы. Так, это у меня документы. Бармену отнести. Нет, бармену мне не надо. Мне надо, короче, вот это. Почему не отслеживать? Почему мне нельзя отследить это?
Почему мне нельзя это отследить? Окей, хорошо, пускай пока так будет, потому что... Ну, чтобы выйти, да, получается? Да, чтобы было показано, куда выйти, а там мы уже разберемся. Так, ты где? Бляха, 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 бляха. Собака. Вот собака, кусты. Из-за кустов не вижу ни хера. Да но. Ублюдок. По кустам-то прячется. Так, ладно. Я сделаю так. Все, вот и все. Вот и усё. Добегался, ублюдок. Так, хорошо, хорошо. Все, отправляемся, короче, к Сидоровичу. Потихонечку. Ух ты, псевдособака, что ли? Да котопёс. Котопёс, иди сюда. Бляха. Цапанула, падла. Цапанула, падла. И хвост свой не отдала. И хвост не отдала. Угу. Ладно. Погнали дальше. Смотри, БТР. Хо-хо, это что сейчас было? Хо-хо-хо. Что-то глюк какой-то. Так, ладно. Я еще и выстрелил. Жесть. Так, ладно. БТР. Буханки, БТРов. Здесь я побывал уже, здесь я поубивал тут всех, да? Ничего не появляется. Так, погнали. А, там через забор не пройти, да? Ладно. Так, запомни, вон там тайничок у нас. Его обязательно надо вернуться. Вот к этому тайнику обязательно надо вернуться, потому что там очень много всего. Очень много всего. Артефакт, хорошо. Пойдешь на продажу. Бляха, там сейчас бандюганов, наверное, будет целое море. Мы же сейчас выйдем, короче, эти. Мы же сейчас выйдем, короче, возле депо. Так, патруль. Уничтожение лагеря, задание провалено? В смысле? В смысле? В смысле задание провалено? Я не понял. А какого хера? У меня целый день. У меня день оставался. В смысле уничтожения лагеря? У меня день оставался. Какого хера? Ты чё? Чё за собака-то? Я в прошлой серии смотрел. Этот день прошел так быстро? Я... Бляха. Чё за бред? Чё за дичь-то? Я в прошлой серии смотрел, короче... День, целый день оставался, помните, да? Целый день оставался. Чё за бред-то? Странно. Но все равно мы идем туда.
Все равно мы идем туда, потому что там тайнички. Надо забрать, продать артефакты. В принципе, в баре можно было бы продать артефакты, но... Но... Тайники посмотрим. Вот. Да и свой тайник, возможно, заберем. Защитить свалку сталкеров от нападения бандитов. Ладно. Как скажете. Давай, давай. Хорошо. Берем, берем. Да задрали, но... Эй. Бляха, чё они? Пошёл вон. Под... Оружие заклинило. Началось, бляха-муха. Давай! Ох ты, подло! Ты видал, да? Ты видал, да? Хера они такие. Ну и где ты? Валях, эти кусты. Блин, как тараканов. Как тараканов, реально. Просто их немерено. Они не кончаются. Ублюдки. Бляха, здесь, опять здесь. Угу. Хорошо. Хорошо. Наверное, всех перебил здесь. Так, это для гадюки патроны. Да задрали, но... Откуда ты там откопался, это сучье? Окей. Так. Да ёпта. Где чужой? Куда он там убежал? Куда ты там убежал, а? Говнючьё. О. Погоди, еще двое. У меня на карте еще двое. Просто одни, смотри, точки такие мертвые. На... Друзья, напишите там в комментариях, если у меня вот, ну, в правом левом углу, ой, в правом верхнем левом углу, короче, мини-карта. Если вам интересно, что, ну, что на ней там показано, я могу в следующей серии, к следующей серии спустить, короче, этот, камеру пониже чуть-чуть, чтобы вам видно было. Вот. Да ёпта. Просто они тут бесконечные, наверное, эти бандюганы. Но все, усё. Так, вот этот. Это сталкер, наверное. Я по голосу узнаю сталкера и либо бандюгана. Вот сейчас крикнул сталкер. С дороги! А вот это бандюган говорит. Так, этого облутали. Это что? Ага. Это мне не надо. Так, это тут. О, батон, патроны. Батончик и патрончик. Хорошо.
Кондюха веселее, значит, он где-то здесь. Бляха! Бляха! Текай, текай! Урод. А, он с той стороны, он в кусты, наверное, убежал просто. Вон он. Все. 22 патрона осталось. Из всех то, что... Из всех то, что... Нашли. 22 патрона. Ну и, наверное... А, не наверное. Гляди-ка. Смотри, смотри, пятачок. Смотри. Входит и выходит. Вернуться за награды. Неплохо. Наградку сейчас. А наградка на... Погоди. А наградка, наверное, будет сейчас в баре, да? Вернуться за наградой. В бар. Ага. Ладно, сходим. Сходим. Скоро придем. Ничего. Скоро придем, скоро заберем награду. Не крякать там. Глушаком. У меня тоже с глушаком, но у меня покруче. Чем у тебя. Ха-ха-ха. Так. Здесь у меня никаких тайников нет. Уйди. Что-то поет там, смотри себе. Видел? Видел ртом, короче, Одит. Что-то поет себе там. Так. Что тебе тут можно продать? Или ничего нельзя продать? Глушитель тебе можно продать. За 45 рублей. Да ты что, упал? Такой глушитель хрен где найдешь. Так. 1000. Давай вот этот 650. 650. 650. 650. И все. Тебя хватит. Да ладно, забери. На, забери. Спасибо тебе большое. Так, у нас тайники. Это у Сидоровича. Это перед выходом на свалку на вышке. Где-то здесь. А, на самой свалке. И там. У армейцев. 4 тайника у нас. А, еще у долговцев там... 5 тайников, короче, у нас. Окей. Пять тайников. Желтые. Желтые это нейтрал, да? Желтые нейтрал, друг это зеленый, и красный это враг. Окей. Бляха, сейчас там будет тоже, наверное, бандитов там целая куча. Или нет? Что такое-то происходит? Что ж ты подгружаешься-то постоянно? Там он, перестрелка, там, наверное, бандюганы напали. Собаки? А, мутанты напали, ты смотри. Ни хрена себе свора собак, пошла вон отсюда. Чё ты на меня-то целишься? Я пришел, короче, помогать, эй, дебил. Все, хорош. Так, вот мой... Да, что это? Вы что творите, дебилы? Да слышь, я... Мне теперь страшно ствол убирать, Вы смотрите, что вы тут творите.
Такое, вот такое мне никак. Такое вам как, главное? И чувак такой, даже горит. А этому почти похер. Он сел, короче, и на гитаре давай играть. Просто. Дичь. Ух ты, нихера тут. У меня патронов, кстати. Вот это я забираю. А, водка. Оставим. Так, бинтов у меня тут целая куча. Окей. Колбаса, что у меня? Так. Да ёпта собака. Приставучий. Там, слушай, там, если что, мутанты бегают. Окей. А, так, граната. 5 штук. Да собака! Они, знаешь, собаки как мухи. А, так, что я хотел еще забрать? Это 7. Значит, выкладываем вот так. Батонов выкладываем, тушенку выкладываем. Правильно, правильно, добивай, бей, бей, бей там. Бей там, бей там. Так, так. 5. Ой. Ой, не говори. Ой, и не говори. Так, ладно, давайте, бывайте, пацаны, короче, я пошел. А. Здесь тайник. О! Нихерово так заглянул. Так. Сейчас мы выложим. А так. Тушенка. Что мы еще взяли? Все, да? Собаки, а? Они просто задрали эти псины. Вот они ссут, короче, но лезут. Ссут, но лезут. Вообще. Да иди в жопу. И ты тоже туда же. Короче, сами тут разбирайтесь. Тут две собаки. Вот я какашку у нее возьму-то, короче. Вяленую. Сами разбирайтесь. Там их бегает всего 2 штуки где-то там. Так, погоди. Окей. Я нахожусь здесь. Ага. Вот это еще надо. Тайник в машине. Запрятал машину, длинный. Говорил, хорошее место. Все. Задрало! Чего вас тут развелось-то так много? Стоило только мне уйти на какое-то время, короче, развели тут собачатник какой-то. Так, этих я обглядывал уже. Ходи в машине, кто-то. Говорит. Он там, что ли? В машине, говорит, в какой-то. А, там же на свалке. Вон в том машине, наверное. Да, вот запорожец. Бляха, нихера себе! Нихера себе! Оденем. Ух ты, пекаль какой-то новый. Пекаль какой-то новый. Бегом, бегом отсюда, бегом отсюда, бегом отсюда. Пекаль, пекаль новый. Клево. Так, сейчас у меня радиация спадет. Прикинь, 44 тысячи, почти 45. Охеренно. Вот. Пустили, короче, шмоточника и барыга, короче, на зону. Так. Что у нас там по оружию? Пистолет. Отличный пистолет немецкого производства. Отличающийся высокой надежностью, емким магазином и хорошей точностью боя. Особенно в данном варианте. Под 9-миллиметровый патрон Парабеллум. Боеприпасы основной 9-19 Парабеллум. Улучшенный 9-19 ПБП. Так. Вот, наверное, да? Вот эти патроны. А эти не подойдут уже, да? Окей. Вот они, патроны для этого пистолета.
Так, тогда, значит, ну чё, посмотрим. Точность так. У этого больше. Скорострельность почти одинаковая. Ну слушай, почти, знаешь, такой почти-почти, да? Ну окей, ладно, давай. Или. Ладно, давай пока с этим походим. Я глушак только сниму. Глушак снять. А я на этот не могу одеть? Типа написано, короче, для любого. Для любого калибра переходник. Ладно, пускай так. Походим. О, как раз сейчас на них проверю. Бандюганы идут. Да что ты говоришь? Бляха. Я думаю, в любом случае. Что тот, что этот, я думаю, нормальные оба пистолета. Так. Чем их? Хорошо. Пекаль, короче, можно тратить, потому что патроны пипец. Для пекаля патронов километр. В принципе, да? Сали петуна! Петушара. Сали петуна, петушара. Чё живой? Все, готов. Как я их, а, пекалем? Как я их, а? Немецким пекалем-то, а? А? Захерачил. Захендрюкал. Окей. Хера у него такой противогаз прикольный. Можно у него забрать его? Все, теперь валим, короче, идем к Сидоровичу обратно. Ну, понимаете, да, к Сидоровичу я иду за тем, чтобы, в принципе, ну, в задании у нас все, да, как бы пропало. К Сидоровичу я иду, чтобы... Чтобы забрать свой тайник, ну и посмотреть там новые тайники. Ух ты, нифига себе! Народ, здорово! Вас не ожидал здесь увидеть, а? Здорово, народ. Антон, ништяк. Федя, капуста. Яша, Чингачгук. Толик, тиран. Окей. Давай. Окей, ладно. Так. Здесь патроны заберем тоже. Для автомата. И сюда, наверное, сейчас сложим, короче... Так, погоди. Патроны от пекаля вот этого. И вот этот пекаль с глушителем мы уберем, пока походим, короче, вот с этим волкером. Закончится, мы заберем, короче. Вот так.
А вот это... Вот это прикольно. Нихера у него там бутик, смотри. Нихера у тебя бутерброд. Неправильно ты, Федя, бутерброд ешь. О, нихера себе, это не бутерброд. Это целая колбаса, целая палка колбасы. Нихера он такой. Охренеть. Погнали. Бывайте, народ, еще увидимся, короче. С вами весело, но мне в путь надо. Мне пора в путь. Псевдо-собака там. Котопёс, короче, опять бегает. А, это она, это котопёс рычит? Хер... Ух ты, их там две! Котопсы развелись, котопсы развелись! Ого! Да почему они не умирают-то, ёпта? Да в смысле? Котопёс, иди сюда, собака! Или кошка. Раз. Я готов. Нихера. Тебя умирать не учили? Все на. Все на. Бляха. Хвост мне отдай. Да и у этого хвоста нет. Еще один. Вот этого четко просто. И у этого хвоста нет, да вы издеваетесь, что ли? Хера их тут развелось, ты видал-то, видал, да? Тушенка. Гей. Что, блядь? А, собака размножилась, ты видел, да? Шла так... Шла такая собака, короче, размножилась. Пошла вон. Так, какуля. Я уже, наверное, столько собак перебил, короче, в своей статистике, что пипец. Ладно, так. Что ж я там взял такое? Где я там иду-то вообще? Так, вот здесь у меня убежище на чердаке. Рюкзак я сунул на чердак, вернусь потом пока никак. Это у меня вот так. На чердак. Идем вот так, идем в чердак. Это что? Непонятно, точка какая-то. Какая-то точила. Сидит, грустит, смотри. Это там опять, наверное, отстреливается, да? Бля. Я думал, там это... Убили, что ли? Херо их-то. Эй, братва. И такой последний. Прихрамывай, короче, сваливает. Бляха, они убили его. Они его убили. Дружбан. Друга убили. Ёбаный рот. Друга убили. Так, ладно. Погоревали, хватит. Так, на чердаке тут. Так, стопэ, на чердаке, говорит. А, вон туда, что ли? А как мне туда попасть? Ай-яй! Я понял. Так. А, я тут не пролезу. А как мне туда попасть, Через крышу, что ли? Вот этот номер. Вот этот номер. Поход через крышу.
Так. А как мне на крышу попасть? Есть какая-то лестница? Есть какая-то лестница, чтобы мне на крышу-то попасть, а? Вот это да. Вот это да. Эти же ящики не разбиваются. А, во. Нет? Мне не пролезть? Эти. Мне не пролезть? Или я могу досочку убить? Нет, досочку не убивается. А лечь-то я могу? Нет? Нет. Есть такая штука, лечь? Есть такая штука, как лечь? Эти ящики, они не сдвигаются. Ну, по-любому надо... Бляха. По-любому надо как-то... О! Ну-ка. Патроны. Там бинты. А, вон оно как. Вон оно как, только мне это не, ничего не дает, короче. Но это не тот схрон. Схрон, вот он. Не, надо как-то, короче, это через этот, на этот, на крышу как-то забираться. Как-то надо на крышу забираться. Здесь как-то. Погоди, а это... Есть у меня... Ползать-то я могу. Влево-вправо, влево-вправо, прыжок, присесть. Только присесть? А ползти нет, что ли? Приблизить подствольник. Хреново. Хреново. Ладно. Так, окей. Надо подумать. Но у меня видос, короче, подошел к концу. Вот, подходит. Поэтому идем. Где там костерчик? Идем к костерчику, короче, подумаем. Друзья. Нужна помощь. Нужна ваша помощь. Как туда попасть? Вот. Пишите в комментах. Ну а пока сядем, отдохнем. Вот. И продолжим движение к Ситровичу уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.